Пам-пам-парам. Нас уже встречают. Торжественно. Лодочка. Ой, как красиво все-таки с утра. Не могу я удержаться от восхищения. Мы собрались на рыбалку, на риф. За рифовыми рыбками маленькими. Не за бигфиш, а за маленькими всякими редснепперами и еже с ними. Взяли с собой детей. Очень переживали, что будут сильные волны, сильный ветер. Но сейчас с утра, пока ветер не сильный, волны, ну, они есть, будет качать. Но вчера волны были намного больше, поэтому сегодня еще терпимее. Вот идет Иланочка. Она с утра недовольная, когда просыпается. Ее все не устраивает. Наш папа. Начали путешествие, мы поехали на рыбалку все вместе, наш капитан, Захло, да. Все, мы поехали, да, все, отлично, мы поехали, да, отлично, и все, погнали, вот такая здесь водичка, да. Сегодня, может быть, что-нибудь поймаем, мелочь, акуна матата, все, будем сегодня песню петь, we will sing a song today, we are ready. About Zanzibar, Jambu Bambuana. Yeah, okay, let's go. Давай, тяни, тяни, не страшно, она небольшая. Давай, давай. Аркадий поймал первую океаническую рыбу. Давай, тяни. Еще не поймал. Меня уклюнуло.
Давай, давай, отлично. Давай. Давай. Собаки. Все, отлично. Собаки. Эрик, смотри на меня. Все, отлично. Отлично. Звезды поймали. И вторую тоже. Давай, бери. Круто. Поймали звездочки. Вот такие звездочки. Есть еще одна. Держать неудобно, на волнах качает. Вот такие звезды разноцветные, очень крутые. Сейчас мы всех пофоткаем с ними. Да, недалеко от пляжа. Деловая колбаса. Фоткаться со звездой. 0,5, да? 0,5. Видео. Итак, у нас вот такая вот коллекция получилась, и мы на маму их засунули. Все, отлично. Как ты себя чувствуешь со звездами? Звездой. Отлично. Я лежу под звездами. Круто, круто. У нас тут такая красота. И вот так вот все это выглядит. Ну, отлично, отлично. Все тогда. Видео. Давай еще разок. Отпускаем? Раз, на счет три. Я уже снимаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, они под лодку улетают. Все. Отлично. Красавцы. Сгоняли порыбачить, да? Сгоняли порыбачить. Красота, конечно, неописуемая. Вода. Очень красиво, очень красиво. Рыб не поймали, но порыбачили. Скажи нам, Аркадий, впечатление о рыбалке. Ты единственный, кто поймал рыбу. Я единственный, кто поймал рыбу? Да, наша рыбалка очень, закончилась. Очень хорошо, прикольно тянет, прикольно вытаскивает, все вот такое. Кальмары мы не поймали, бигфиш мы не... Пляжик, пляжик, пляжик чистый, никого нет,
И он нырнул, достал там 3 звезды. Очень здорово. В общей сложности на рыбалке мы были 3 часа. Для некоторых взрослых и для детей уж точно больше, чем достаточно 3 часа. На волнах, я считаю, нас не укачало сильно только потому, что мы перед выездом выпили драмину от укачивания, все детям тоже дали. И вот все было хорошо с нами из-за этого. А так волны очень сильные. Без лекарств, я думаю, мы бы не выжили там. Ну и последнее, это цена рыбалки. Мы ездили за $65, и это вполне себе честная цена, хотя продать пытаются и за $100, но, как везде, нужно торговаться. Ну и ожидать от такой рыбалки сверхрезультатов не стоит. Лучше воспринимать ее как такую увеселительную поездку, и тогда все будет акуна-мататом.